Пельмень активно становится символом Удмуртии. Пельменный фестиваль уже в четвертый раз открывает свои двери для тех, кто любит есть пельмени, любит их готовить и делает это в национальных традициях. Мне чем нравится нынешний фестиваль, тем, что у нас, кроме мастер-классов традиционных, которые были всегда на нашем фестивале, у нас будут работать пельменные мастерские. Вот начало осознания такого возраста у меня оно ассоциируется с пельменями. Кухня, мы сидим, лепим, я с удовольствием раскатываю. Там. Вот это вот у меня просто отразилось. И это, знаете, что-то уже на прошивке такое. Очень много мероприятий сделано на классном уровне. Нам только нужно это тиражировать. И, значит, делать так, чтобы таких мероприятий было больше. Есть, и мы сравнивали, допустим, такой пельменфест, но, пожалуй, на таком уровне проходит только в Удмуртии. Это правда. Мы внимательно смотрели весь календарь там, других регионов. Это здорово. Поэтому ешьте пельмени, занимайтесь спортом, приезжайте в Удмуртию. Здесь и то, и другое есть.